меньше всего можно назвать творческой. Творческая профессия или работа – это у поэтов. Потому что вдохновение, которое присуще поэту, и они всю ночь писали, списали 100 страниц, и сборник написал он за ночь, гениальный сборник. Писатель так не может быть, он одну ночь не может писать. Хорошо, он пишет ночью, значит, следующей ночью. На третью ночь он ничего не может писать, потому что он не может просто, у него физических сил нету. Поэтому писатель — это очень структурная работа. Писатель встает в определенное время, ложится и трудится какое-то ему присущее количество часов в день, потом редактирует, потом еще раз редактирует. И так каждый день, там, кто как себе ставит какие задачи, как быстро. Конечно, я пишу книгу не менее чем 5-7 месяцев, практически ежедневно, я всегда себе даю это на выходной, чтобы побыстрее избавиться от работы, и чтобы выпивать можно было, и ложиться, когда хочешь, и все. А тут, видите, нам приходится соблюдать все.